4 марта. Память мученика Дмитрия Волкова, мирянина. Дмитрий Иванович Волков родился в 1871 году в деревне Островище Владимирской губернии в крестьянской семье. Грамоте, как и христианской вере, был научен родителями и богослужением в храме. Работал столяром в Орехозуеве. В 1940 году Дмитрию Ивановичу исполнилось 69 лет, и он, выйдя на пенсию, посвятил все время церковным делам. За год до этого был закрыт родной храм Рождества Богородицы, старостой которого был Дмитрий Иванович. Он стал активно хлопотать об открытии храма. Вместе с прихожанином Никитой Андреевичем Сухаревым, мученик, память 4 июля, писал просьбы об открытии храма даже в Верховный Совет РСФСР. О старости Дмитрии Волкове были собраны сведения, что он ведет активную борьбу за сколачивание церковного актива и открытие бездействующей церкви в Орехово-Зуеве. Намеревается войти в отношения с иностранными посольствами и просить их оказывать помощь в деле открытия церкви. 23 июня 1941 года Дмитрий Волков и Никита Сухарев были арестованы по обвинению в контрреволюционной деятельности. Виновными себя не признали. Приговорены к 5 годам ссылки в Омскую область. Преклонный возраст, изнурительные допросы, голод военного времени сильно приблизили кончину мучеников. Дмитрий Иванович Волков скончался 4 марта 1942 года в Омской тюрьме номер 1 и погребен в безвестной могиле. Через 4 месяца в этой же тюрьме скончался и Никита Сухарев.